Добрый вечер. В прямом эфире «Импульс Севера» в студии Алена Ядни. На термометрах закрепился уверенный плюс. Снег практически растаял, из-под сугробов вылез мусор, который сами же горожане накидали за зиму. Пришло время исправлять ситуацию. Массовые субботники в Новом Уренгое стартуют с 14 мая. Однако некоторые предприятия, не дожидаясь этой даты, уже вооружились перчатками, пакетами и взялись за работу. Как внести свой вклад в спасение экологии в нашем следующем сюжете? В наш чат-бот в Телеграме читатель прислал фото горы из автомобильных шин. Несанкционированную свалку организовали за Звездным. И это при том, что относятся покрышки к четвертому классу опасности, наряду, например, с бетонной пылью, и разлагаются до 40 лет. Однако, несмотря на все эти факторы, жители решили, что самое место использованным шинам именно здесь, за спорткомплексом. Данные шины были вывезены и будут утилизированы на полигоне акционерного общества «Экотехнология». Хотел бы, пользуясь случаем, обратиться к гражданам, чтобы не выбрасывали шины во дворах, не выбрасывали шины по дороге, около своих дачных товарищей, гаражных кооперативов, а сдавали именно в экотехнологию. Потратив незначительный период времени и незначительную финансовую сумму, можно сдать эти шины и не загрязнять как территорию города, так и в целом территорию нашего Ямало-Ненецкого автономного округа. Пока одни губят экологию города, другие делают все, чтобы ее спасти. Территорию за Звездным от несанкционированной свалки очистила команда «Уренгой Аэроинвест». И подобные истории повторяются ежедневно. Все больше предприятий присоединяются к генеральной уборке города в рамках акции «Наш чистый новый Уренгой». Управляющая компания «Уренгой Жилсервис» начала череду экологических выходных еще в апреле, задолго до официального старта субботников. Субботники управляющая компания проводит до августа месяца, до окончания. То есть каждые выходные выходим, наводим порядки, привлекаем население и приводим придомовые территории в порядок. Есть жители домов, которые выходят каждые выходные активно, в большом количестве, проявляют большую сознательность в этом, за что им огромное спасибо. Ну а есть люди, которые очень пассивно относятся и не реагируют ни на информационные наши на информационных досках информацию, ни в группах, которые мы размещаем, то есть реакции нет. В большинстве наших домов имеются общедомовые группы в мессенджерах Viber и WhatsApp. Мы также там призываем всех жителей появиться на субботнике, выйти, пообщаться друг с другом, произвести уборку, пообщаться, наметить какие-то планы на будущее. Наша машина будет курсировать по южной части города и подвозить инвентарь непосредственно к дому. Недобросовестное поведение граждан чревато экологической катастрофой. К примеру, жестяные и пластиковые бутылки разлагаются до 500 лет. Разве это стоит потраченных 5 минут по пути до мусорного бака? Мы участвовали в субботнике на горнолыжном комплексе «Мелеста». Территория в общей сложности где-то около 5 гектар. Убирать территорию в ранний период весны маленько сложновато в связи с тем, что мусор есть, который маленько примерз, разлетелся. Есть еще места, которые, где снег не подтаял, приходится заходить туда собирать. Ну а так при регулярной уборке чистоту видно. К проекту «Наш чистый новый Уренгой» присоединились уже более 170 предприятий города. Совместно с активными жителями им предстоит ликвидировать более 80 несанкционированных свалок. Массовые субботники стартуют уже в эту субботу, 14 мая. Милана Федорова, Антон Берестянский, Виктор Ятленко, Богдан Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера». Чисто там, где не мусорят, и там, где убирают. Сегодня мы вместе с коллегами в обеденное время вышли на субботник. Уборка территории возле здания «Импульс Севера» заняла не очень много времени. Зато теперь стало гораздо чище и красивее. Поэтому иногда стоит пожертвовать обедом, чтобы сделать полезное дело. Давайте посмотрим, как это было. Субботник в пятницу. Это так нормально, ведь если ты любишь свой город, ты можешь убрать его вообще в любой день недели. Вот и сотрудники нашего информагентства сегодня вышли на улицу, чтобы прибраться. Кстати, здесь сегодня все, и главный редактор, и просто корреспонденты, и сотрудники технической службы. Сейчас мы попробуем у них узнать, что вас смотивировало. Ксения, здравствуйте. Как ты удачно подошла, Юля. Ну как что смотивировало? Мы же хотим на воздухе провести свое обеденное время. Ну почему бы нет, да?
пользой и приятно. Да, ну, конечно, хочется. Снег сошел, понятно, что мусор с зимы остался. Хочется, чтобы город был чистый. Приходит тепло, наконец-то. И хочется ходить по улицам, радоваться погоде и чистым улицам. Вот, все. К серии субботников может присоединиться каждый. Так, депутаты городской думы инициировали флешмоб «Эко-час». С 14 мая по сентябрь горожан призывают принять активное участие в санитарной очистке города. Фото и видео уборки придомовых территорий, мест общего пользования, парковых зон и площадей предлагается разместить на своих страницах и аккаунте в социальной сети ВКонтакте с хэштегами «Чисто вместе», «Чисто Ямал» и «Наш чистый Новый Уренгой». А я надеюсь все-таки, что много горожан присоединится к этому флешмобу и поучаствует в конкурсе. И мы с Яковом Владимировичем обязательно отметим некоторых участников. По каким критериям, Яков Владимирович? Ну, критерии, я думаю, всем понятны. Это качество уборки, количество убранного мусора. Ну, а всем горожанам хочу сказать, что у нас город с каждым днем, с каждым годом становится лучше. Поэтому следить за его чистотой и порядком – это наша обязанность. Поэтому призываю всех горожан активно подключиться к данному флешмобу, особенно дачников. И хочу сказать, что вместе мы сделаем город лучше и чище. Теперь обзор политических событий недели. Его подготовил Павел Прожогин. Привет, коллега! Что на этот раз попало в фокус твоего внимания? Приветствую, Алена. Сегодня основной темой станет экономика в самом широком смысле этого слова. Продолжается поддержка бизнеса, рубль укрепляется, регионы и целые отрасли могут получить дополнительную помощь. А теперь подробности. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с руководством АП, главой правительства, министрами и Центробанком. Работа идет с учетом сложных внешних условий, отметил президент. Один из позитивных моментов – рубль продолжает укрепляться в парах с долларом и евро. На этой неделе наша валюта торговалась по отношению к деньгам еврозоны на уровне лета 2017 года. В общем, Россия справляется с санкционным давлением благодаря системному подходу. Речь сейчас в целом об укреплении экономического суверенитета и, что немаловажно, в существующих реалиях технологической и продовольственной безопасности. К примеру, есть шанс побить собственный рекорд по сбору зерна. Пока результаты санкционного воздействия впечатляют в хорошем смысле. Постепенно замедляется инфляция. За прошлый месяц ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта. Недельный прирост цен уже опустился до 0,1%. Это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции. Растут возможности бюджетной системы. За январь-апрель профицит консолидированного бюджета составил 2,7 триллиона рублей. При том, что расходы бюджетов за это время также заметно подросли благодаря принятым решениям по опережающему финансированию проектов развития и авансированию закупок. Да, экономика сохраняет устойчивость, да, для этого прилагаются огромные усилия. Минэкономразвитие отслеживает ситуацию в режиме реального времени. Это помогает оперативно оказывать в том числе и точечную поддержку. Это и авиаперевозки, и авиастроение, и аэродромы, и поддержка АПК, отдельно строительство и ЖКХ, топливно-энергетический сектор, большой объем решений по IT-сфере. Все у нас эти решения отражены в плане мер, который на сегодняшний момент насчитывает 276 мер. Из них по 209 позициям утверждена вся необходимая база. Еще на сегодняшний момент по 34 мерам необходимые акты находятся либо в правительстве, либо в Государственной Думе. Кроме того, правительство поможет регионам снизить рыночный долг. Для этого они смогут воспользоваться бюджетными кредитами по льготной ставке в 0,1%. Деньги выделяются в долгую до 2028 года. Обогащать такую задолженность можно будет не сразу, а равными долями, начиная с 2025 года. Рассчитываем, что поддержка из федерального бюджета позволит регионам не только сократить сам рыночный долг, но и снизить платежи по его обслуживанию. Ну а значит, высвободить ресурсы для решения
наиболее актуальных вопросов, использовать их для развития экономики, социальных программ и совершенствования инфраструктуры. Переходим к региону. Дмитрий Артюхов провел совещание о готовности подрядчиков к дорожным работам. Как показывают ежегодные автомобильные вояжи губернатора, в завершении сезона к дорожникам всегда есть вопросы, так что взбодрить отрасль перед стартом лишним не будет. В этом году, по заверениям окружного Дептранса, техники и людей хватает. К примеру, в Новом Уренгое работы уже идут на улице Губкина. Также продолжится работа на региональных трассах. Общая протяженность дорог, которые планируют отремонтировать в этом сезоне, составляет 173 километра. Сегодня пока все. Продолжу следить за ситуацией в российском политикуме. Алена. Спасибо, Павел. И в продолжении дорожной темы. На участке Пуров-Карачаево начинаются масштабные работы. Дорожники отремонтируют порядка 77 километров. Работы завершатся в следующем году. Приводить трассу в нормативное состояние будут два генподрядчика – «Уренгойдорстрой» и «Мостострой-11». Им предстоит произвести подъем и выравнивание плиты, при этом дефектные плиты заменить на новые. Устроить асфальтобетонное покрытие, заменить водопропускные трубы, укрепить обочины, установить барьерное ограждение и знаки, отремонтировать мосты. Для удобства жителей на сайте профильного департамента и в соцсетях еженедельно будет публиковаться актуальная информация о количестве участков с реверсивным движением. Хочешь открыть свое дело? Обращайся в Департамент экономики администрации города по телефону 94 78 22. 94 78 22. Прикоснуться к истории и пройтись по знаковым местам города-героя Севастополя. Такой шанс выпал троим молодым новоуренгойцам. В награду за активное участие в жизни родного города, региона и страны они получили сертификаты на культурно-познавательную поездку в Крым. Марина Саяпова – волонтер, член отряда «Поисковик». Татьяна Закобунина и Полина Петухова – лидеры новоуренгойского отделения российских студенческих отрядов. По поручению главы региона сертификаты активистам вручил первый заместитель главы администрации города Виктор Пузанов. Мы надеемся, что эта поездка пройдет у вас очень плодотворно. Вы с достоинством представите наш город на этой площадке, подчерпнете, я уверен, много для себя нового, и в дальнейшем это направление, эта деятельность будет только развиваться, и с вашей помощью мы достигнем больших успехов. Мы ездили на слет поисковых отрядов «Ямала» в город Ноябрьск, и там проводились соревнования и тестирование. По итогам тестирования я вошла в десятку лучших поисковиков, и меня наградили этой поездкой. Поездку ждала долго, это как и отпуск, но в то же время очень развивающе и полезно. Участница новоуренгойского поискового отряда Марина Саяпова отправилась на вручение сертификата в администрацию города прямиком из аэропорта. Девушка прилетела рано утром из Ленинградской области, где на протяжении 3 недель вместе со своей группой участвовала в раскопках. Молодые люди поднимали из земли останки солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Подробнее обо всем волонтер рассказала нашей съемочной группе. Новоуренгойский отряд «Поисковик» вернулся домой из Ленинградской области. Там почти на протяжении месяца велись серьезные раскопки. В числе участников экспедиции и 19-летняя Марина Саяпова. Это уже 5-я ее поездка. Я, получается, с 8 класса в патриотическом клубе «Ямал» в нашем. И в 17 году у нас открылся, вот как раз-таки создался наш поисковый отряд. Я была там просто как участником, ездила на разные слеты, и моя первая экспедиция была в 2019 году в Ростовскую область. Главная наша цель – найти бойцов и увековечить их память, то есть перезахоронить.
В отличие от Марины, опытного поисковика, для 16-летнего Александра Началова это была первая в жизни подобная экспедиция. К поездке подросток начал готовиться заранее, прошел специальный курс, организованный для участников поисковых отрядов в Ноябрьске. Полученные знания помогли ему во время раскопок. У нас были лекции на тему, как выглядят вообще кости, как их отличить друг от друга. Какие бывают сохраненности костей, разновидности различных снарядов, боеприпасов и тому подобное. Страшно не было, было больше, так я бы сказал, что-то между завораживающим чувством и такой небольшой опаской. Вот. И даже больше страшно не от того, что там останки сами, а то, что ты можешь наткнуться на какой-либо снаряд или, не знаю, мину. В Ленинградскую область отряд «Поисковик» отправился в составе 10 человек. Раскопки шли недалеко от урочища Гайтелова Кировского района. Судя по результатам раскопок, в этих местах шли кровопролитные сражения. Молодым людям удалось обнаружить останки 13 солдат. 3 недели мы жили в полях, в палатках, вообще в полевых условиях. Ребята молодцы, выдержали стойко, крепко, 7 из 10 были первый раз. Это вообще является поездкой, всероссийская акция «Ямал-Вахта памяти». Это каждый год на протяжении уже более 10 лет проходит такая акция. Вообще выезжаем мы с отрядом 2 раза в год, это вот апрель-май и август. Апрель-май у нас именно «Ямал-Вахта памяти», а август у нас международные экспедиции, где участвуют со всего мира практически поисковики. В раскопках участвовали люди со всей страны. Совместными усилиями поисковики нашли останки 117 бойцов. Со всеми почестями их захоронили на Синявинских высотах. Это возвышенность в Кировском районе Ленинградской области. Мария Бохова, Виктор Итленко, информационное агентство «Импульс Севера». Новый уренгоец претендует на премию «Мы вместе». Евгений Попов больше года помогает подрастающему поколению определиться с выбором профессии. А еще обучает навыкам публичного выступления и актерского мастерства. На премию молодой человек заявился с профориентационным проектом «Level Up». Как проходит встреча северянина с выпускниками школ, расскажем прямо сейчас. Я хочу быть геологом. Я хочу стать графическим дизайнером. В будущем хочу стать психологом. В будущем я хочу стать переводчиком. Выбор профессии – вещь довольно трудная, и объективно к ней подойти сложно, особенно подросткам. Это профориентационный проект под названием Level Up. Он стартовал в начале 2021 года. Основная его цель – обучить выпускающуюся со школ молодежь тем навыкам, которые им пригодятся, невзирая на выбор их профессии в целом. Меня зовут Евгений Игоревич Попов. Мне 32 года, я женат, у меня есть сын, у меня есть высшее образование, есть водительское удостоверение, и я вполне счастлив тем, что у меня сейчас есть. Это заняло 15 секунд с натяжкой. Я спортсмен, каратист, также занимаюсь 10 лет уже. Также люблю читать книги и, пожалуй, все. Холостяк. Не замужем, детей нет. Люблю в свободное время заниматься психологией, также читаю различные книги. Мне 16 лет. Мы обучаем их таким навыкам, как публичные выступления, актерское мастерство, умение создавать презентации, также курсы риторики, ну и в целом это критическое мышление, лидерские качества. Ту методику, которую используют сейчас, она устарела морально. Мы пообщались с психологами, профориентологами Самарского института профориентационного. Они выказали такую идею, что есть навыки, современные требования, которые, возможно, пронести с собой через всю жизнь, совершенствуя их и не опираясь на какую-то конкретную профессию. Всю жизнь придется учиться. Я 2 недели назад приехал с курсов, меня там сидели, учили опять. Постоянно. Школа – это вообще цветочки. Постоянно нужно учиться. Если вы хотите достичь каких-то высот, мы запустились, проработали 250 человек, и по нашей статистике 75% из них решили обсудить с родителями
свой выбор в будущем института, вуза, в котором они будут учиться, и выбор профессии в целом. То есть они задумались. Это главное зерно, которое мы должны были посеять в них. Уникальный проект на Ямале, такого больше нет. Это подтвердили в Салехарде, в молодежной политике. Сказали, нет такого. Сейчас Евгений претендует на премию «Мы вместе». Это престижнейший проект грантового конкурса страны. Победитель, помимо общественного признания, получит материальную поддержку на реализацию расширения своего проекта. Важно отметить, что принять участие в премии могут разные организации, не только те, для кого волонтерство, добровольчество – это основная деятельность или название проекта, которого есть это слово. Совсем нет. Некоммерческие организации, физические лица, медиа, бизнес могут принять участие в подаче заявки на премию с самыми разными проектами, которые так или иначе направлены на решение разных социальных проблем или на улучшение жизни населения. Подать заявку нужно до 12 июня на платформе добро.ру в разделе «Мы вместе». Алена Ядня, Виктор Отленко, информационное агентство «Импульс Севера». Продолжаем выпуск. Все ли овощи и фрукты на нашем столе безопасны? Это проверил ведущий рубрики «Наш чистый новый Уренгой» Антон Калибошин, вооружившись экотестером и нитротомером. Смотрим, что из этого получилось. Всем привет, я Антон Калибошин. Все мы с детства знаем, что нужно есть много овощей и фруктов. Медицинские эксперты считают, что в ежедневном рационе человека их должно быть не менее 500 грамм. Лучше всего сезонных. Но овощи и фрукты приносят пользу только тогда, когда не содержат нитратов. Есть ли эти самые нитраты в фруктах и овощах на нашем столе? Выяснить это мне поможет учитель Оксана Сергеевна. Здравствуй, Антон. А ты знаешь, откуда в овощах и фруктах берутся вредные вещества? Нет. Но на самом деле растениям нужно около 16 химических элементов, чтобы расти, развиваться и плодоносить. Часть этих элементов поступает из почвы, другие – из воздуха и воды. Минеральные вещества, которые нужны растениям – это азот, фосфор и калий. Обычно их вносят с помощью удобрений. От таких удобрений растения не только очень быстро растут и созревают, но и накапливают эти вредные вещества. Для того, чтобы проверить, содержатся ли нитраты в овощах и фруктах, используется контрольный тест полоски. Смотри, Антон, как они выглядят. Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо взять тест-полоску, сделать срез на каком-то овоще или фрукте и приложить эту тест-полоску к срезу. Задержав несколько секунд, через некоторое время наша тест-полоска окрасится в определенный цвет. Цвет нашей полоски практически не изменился. А это значит, что наша груша совершенно безопасна и нитратов там нет. Можно использовать еще один способ для определения нитратов в овощах и фруктах – нитратометр. В программе нитратометра уже заложена определенная допустимая норма нитратов, которые может содержаться в овощах и фруктах. Поэтому нам необходимо просто взять исследуемый объект, поместить щуп, выбрать необходимый овощ или фрукт и произвести замеры. Я люблю салат из свежих овощей, поэтому возьму перец, огурец и томат. Теперь проверим фрукты. Наши овощи и фрукты безопасны, их можно спокойно использовать в пищу. Ученые говорят, что больше всего нитратов в ранних овощах и фруктах. Поэтому такие продукты надо хорошо мыть, очищать от кожуры или вымачивать в соленой воде. На литр воды надо добавить 1 столовую ложку соли и подержать в растворе дары природы в течение часа. А у меня на этом все. Пока. И снова к теме субботников. Неприглядные сюрпризы весны замечают не только взрослые. Бороться за свою территорию с мусором вышли ученики школы номер 16. Вооружившись перчатками, пакетами и энтузиазмом, ребята с удовольствием провели пятничную уборку. Подробности у нашего юного корреспондента. Три класса.
со школы номер 16 вышли собирать подснежники. И я говорю не о милых цветочках, а о мусоре, который вылез после того, как сошел снег. Это Ямал Клик, с вами Ева Пьянкова. Давайте наведем здесь порядок. Даже тяжело. Ты как думаешь, изменилась ли как-то территория нашей школы от того, что мы собрали мусор? Очень, мне кажется, изменилась. Оксана Викторовна, по сути, собранному мусору. Что? По сути, собранному мусору. Оксана Викторовна, что можно сказать о собранному мусору о наших учениках? Я делаю вывод, что наши ученики огромные сладкоежки. Я тоже так думаю. Работаем. Ян, ты не устал собирать мусор? Нет, мне даже очень понравилось. Было весело. Сень, как у тебя сегодня настроение? Ну, вообще хорошее. Хорошо работать вместе в команде. Ангажемент, скоморохи, ревю – все эти термины из театрального глоссария. Ими пополнили свой словарный запас учащиеся средней школы номер 16. Старшеклассники встретились в тематическом квизе под названием «По обе стороны кулис». Интеллектуальная викторина состояла из 6 разных по уровню сложности раундов. Для победы командам нужно было набрать наибольшее количество баллов и ответить правильно на вопросы. Задачу усложняло ограниченное время. Театральный квиз – это как интеллектуальная викторина. Но есть одни вопросы полегче, где есть варианты ответов, есть другие посложнее, где ребятам нужно самим придумать ответы и опираясь только на свои знания. Первый этап игры будет проходить именно по классическим терминам, о том, что такое театр, что там используется и прочее. Следующие вопросы будут посвящены Гарри Поттеру, Ведьмаку, потому что организаторы решили усовременить театральный квиз, чтобы детям было интересно. Можно много нового узнать, потому что в обычной жизни мы вряд ли бы интересовались данной информацией, а сейчас у нас есть возможность узнать что-то новое. Это довольно интересно, потому что можно развивать себя как личность, и коммуникативные качества улучшать тоже. Я хочу вам рассказать башкирское стихотворение башкирского поэта Кадима Аралбаева «Ак кылгандар». Ак кылгандар, уйдарымдын усы элле неге хэбден башлана. Йохан гидеп ускан космонавта дала кылгандарын кысып ватан кусагына ташлана. Эй, ғазез ер, үстің аппақ балақ, күміш мінәңгіне сегілген, шул тұпырақта өткен, өл сәскелер дауылдарда көп мекесірген. Дала ябып өткен ақ қылғандар, мұңыла әз ердің құтыла, заманымдай әз еш, құқланғыста, тарих көвік әз сал ұлыла. Ақ қылғандар, ұйдарымдың ұсы, хукмағымдай хэдден башлана. Ситерлерді еріп қайтам, ин тәудалам, хинен қысағына ташланам. В Новом Уренгое проходит региональный этап всероссийских спортивных игр школьников – президентские спортивные игры. В этом году участие в них принимают 6 команд. Помимо Нового Уренгоя, также приехали ребята из Губкинского, Муравленко, Ноябрьска, Лабытнанги и Надыма. Сегодня прошли состязания по волейболу и легкоатлетическому многоборью.
Еще спортсменам предстоит проверить свои силы в баскетболе и настольном теннисе. В финале подведут итоги всех четырех дисциплин и выявят победителя. Основная идея и цель этих президентских спортивных игр – это все-таки прививать любовь к спорту, к занятиям, физической культурой и спортом, чтобы они у нас занимались, были здоровыми, активными. Спорт нужен, чтобы оставаться собой. Не в плане как-то морально, но это тоже может быть, а не становиться овощем. Для меня это в первую очередь здоровье. Надо его ценить, потому что оно у нас одно. Вот, и второго нам не дано. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Не спешите переключаться, впереди афиша предстоящих выходных. До свидания!